Ходим во все колокола. Да. И с кинокамерой мы приходили. Да. И давно это у вас вот такое? Да, вот как заселились. Как заселились, так и есть. Кошмар. Ну что, ну не сделать, ремонт не сделать, не знаю. Ну что, сейчас ремонт сделаем, весной опять потекет. Ну что это? Любой дождь, да, любую. Да вообще, да, малейшая. Да корабль это сама замыкает и свет вырубает. Ну. Так, вот мне интересно. Новый дом. Экспертиза показала, что содержание... А давно переехали, кстати? А? Давно переехали? Ну как, построили? В 10-м году мы все заселялись. Да. Апрель, март, май. А обращались куда-то, не знаю, вот с этим совсем? А куда только не обращались? Не знали, какие двери стучатся. Конечно, да. Неужели бы так сушло? А что толку? Ну. А что отвечают, я не знаю. Что вот все? Вот вроде как летом обещали что-то делать, нафиг, это вот администрация урова. И все опять тишина. А зимой какой дурак будет там делать? Летом у нас опять без света будем жить, на. Ну, и летом, весной даже. И ремонт ничего не сделаешь. Потекет. Ну как ремонт делать? Сейчас делаешь ремонт, потом она опять сама отвалится все на. Что делать? Что, как не знаю, жить и. В суд там, я не знаю, пробовали обращаться или куда-то? Да куда только не обращались, ну и комиссии сколько было. Ой, Сказали, выделили 1 000 000 рублей, мы все сделаем. Эти 1 000 000 рублей, наверное, в карман положили и все. Понятно. Комиссия столько было, а что толку? Вот она не движется с места, нафиг, вот эта комиссия. Комиссия. А верите власти? Что если обратиться напрямую, например, что-то изменится? Да ну, бред. Не. Я не боюсь этого власти, нафиг. Я ни той не боялся, ни этой мне по барабану. Не верю. Вся эта ерунда. И что коммунистам, что мне по барабану, кто там у власти, лишь бы сделали. А ну, что, да. Так они вот я тут раз разговаривали, они застройщика не могут найти, как я понял, так. А что там его искать, по-моему, это Голубев строил, по-моему, я насколько знаю. Угу. Надо было направить вас на там гигиеническое исследование, в соответствии с выводом которого установлено, что на самом деле вода не соответствует. И как же, не знаю, что делать-то? Есть вообще какой-то выход, я не знаю, мысли какие-то? Какие? А я не знаю. Он дом вообще на гарантии должен быть, да? Да. 5 лет? Да. Ну и что? Вот я вот думаю, что они должны вот это даже прийти и сделать мне ванну. Я там дальше уже, вот они вот это, черновую эту работу пускай делают, мы дальше уж сами уже сделаем. Угу. Я хочу, чтобы просто не текло, не на голову. А вот свет, там, кстати, если отключается, надолго отключается свет? Ну, пока не высохнет, ну. Ну а как? Так я вон там выхожу на площадку, автоматы включаю, а у меня вышибает опять, на. Угу. Пока не высохнет, все, и без света мы сидим, на.